Больш пільнай стане ўвага ДАІ да вадзіцеляў маршрутных таксі і грамадскага транспарту. Сёння на Гомельшчыне распачаўся комплекс прафілактычных мерапрыемстваў, накіраваны на прадухіленне парушэнняў правілаў дарожнага руху перавозчыкамі. Адпаведна аналізу аварыйнасці за 10 месяцаў года па віне маршрутчыкаў і вадзіцеляў іншага грамадскага транспарту на дарогах вобласці здзейснена 5 ДТЗ. У іх выніку 2 чалавекі загінулі і 5 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Основными порушениями с боку водителя маршрутных такси у ДАИ называют перевышение хуткостного режима, порушение потребования знаков и разметки, проезд на червоный сигнал светлофора, перевозку пассажиров с выше дозволенной нормы. В ближайшие 2 тыдня супрацовники ДАИ и транспортной инспекции будут пильно сачить за выполнением водителями правил дорожного руху. При необходимости в относинах до порушальников будут применять отповедные меры покарания. Это может быть как штраф, так и позбавление водительских прав. Сотрудниками будет проведен как гласный, так и негласный контроль за нарушениями скоростных режимов со стороны водителей транспортных средств. Также сотрудниками будет применяться фото- и видеофиксация. Совместно с транспортной инспекцией, либо одни проверяют маршрутные транспортные средства на количество находящихся там пассажиров.